Всем привет, народ! Это канал Стейнхаус. И сегодня у нас будет распаковка вот этой вот огромной коробки. Здесь находится у нас мотокоса, или бензокоса, или триммер Elmas EPT-26. Коробка идет простая, без каких-либо надписей. Только лишь одна вот такая наклеечка. Ну, где-то еще точно такая же была. Вот, больше никаких рисунков и надписей на коробке у нас нет. Вот, еще с другой стороны такая же наклейка. Давайте откроем, посмотрим на комплектацию. Ну, в этом видео у нас будет, скажем так, распаковка. Посмотрим, что идет в комплекте. А летом, когда вырастет трава, будем уже тестировать эту косилку. Так, значит, сама косилка у нас идет красного цвета. Я, кстати, в интернете нигде не видел, чтобы бензокоса Elmas EPT-26 была красного цвета. Они везде синие. Я даже позвонил в сервис-центр, который был, телефон которого был указан в инструкции, узнать, почему они красные, а когда везде в интернете синие. Ну, мне сказали, что последние 2 года якобы поменяли цвет и выпускают красного цвета. Что идет в комплектации? Во-первых, это вот такой ремень на плечо. И эта подкладка служит для того, чтобы на боку у вас, когда висит косилка, она не терла, не натирала вам бок. Вот. Дальше идет вот такой красного цвета кожух. Вот так он собирается. Вот, с виду пластик крепкий, даже не гнется. Вроде бы выглядит качественно. Дальше. Это у нас запчасти для подключения, для установки ручки на штангу косилки. Болтики, все нужные комплектующие. Далее идет у нас в комплекте вот такой ножик. Ножик, как бы, никакой надписи Elmas на нем нет. Да и вот это вот, вот эти рисунки, они такие размытые, нечетко пропечатанные. Ну, в общем, вот такой нож трехлопастной. Так, эта штука у нас служит для того, чтобы подвешивать ремень, чтобы закрепить ремень на штангу. Это крепление сделано из пластика. У меня есть косилка EPT-24, она уже служит мне 15 лет, даже больше. Там такое крепление металлическое. Ну, в принципе, я и взял фирму Elmas только потому, что предыдущая косилка 15 лет работает, никаких проблем не было ни разу. Вот такой ключик. Ну, это стандартный ключ для свечи. Там отверточка вот здесь есть. Так, откуда вот эта запчасть, я пока не могу понять. Ну ладно, в процессе сборки разберемся. Кстати, пару слов скажу по поводу инструкции. Если вы рассчитываете на инструкцию, то там ничего не поймешь, потому что инструкция абсолютно не от этой косилки, и там написано обо всем, кроме как в этой косилке. То есть можно было положить инструкцию от дрели, польза от нее была бы ровно такая же, как вот от этой инструкции, которая идет здесь в комплекте. Далее, в комплекте у нас вот такое фирменное масло от фирмы Elmas. Здесь 100 грамм. Здесь идут какие-то болтики и какие-то там, я вижу, пластинки алюминиевые. Ну ладно, это в процессе сборки выясним, куда что идет. Так, ну и 2 катушки. Так, теперь ручки. Одна ручка вот такая отдельная, другая уже с кабелем, подключенным к двигателю. Вот такие ручки. Вот. Так, ну и теперь сам двигатель. Давайте сейчас покажу, как он выглядит. И вот такой вот идет двигатель у нас. Бачок 0,6 литров. Это воздушный фильтр. Так, открываем. Вот такой здесь поролончик лежит. И вот такая воздушная задвижка. Так, ну вот здесь такая идет наклеечка. Кстати, все свои фотографии я выкладываю у себя в группе ВКонтакте. Ссылка на нее будет в описании под видео. Можете подписываться. Также я туда делаю репосты видео сразу после их выхода. Плюс мой канал есть еще на Яндекс.Дзене и на Рутубе. Тоже можете подписываться, чтобы не потеряться. Так, ну и вот такой редуктор. Вот так выглядит наш редуктор. Так, здесь есть болтик для того, чтобы набивать в него смазку. Так, ну и вот такие наклеечки идут у нас на самой штанге косилки. В общем, вот так вот это все дело выглядит. Так, ну давайте теперь посмотрим, какие катушки идут в комплекте. И посмотрим вот эту вот инструкцию. Значит, по поводу катушек.
Это алюминиевая катушка. Здесь есть 4 отверстия. Крестом таким идут. Крест-накрест. И сюда леска вставляется просто вот таким просовыванием. Очень, кстати, леска твердая, гнется плохо. Очень сложно ее туда запихивать. То есть, надо теперь вот так изогнуться и запихать эту леску вот сюда. Так, ну это нужны какие-то, видимо, плоскогубцы. Ну и получается так, что один конец короче, другой длиннее. Я не знаю, может быть, посмотрю какие-то другие катушки. Но по удобству я не знаю, как с этой катушкой работать. Так, и также второй ус продевается. Получается 4 вот таких уса. Вот, я думаю, при установленной катушке на триммере здесь же будет гайка здоровая. И как тогда вот это менять на ходу все, наверное, будет еще менее удобно, скажем так. Да, ну и для того, чтобы вытащить леску, тоже нужно приложить усилия. Ладно, может быть, привыкну к этой катушке, надо попользоваться. Да, ну и леска вся вот царапается при установке. Вся уже покоцанная, все вот эти грани квадрата покоцались. Ладно, возможно, нужно просто привыкнуть, попользоваться. Так, ну и вторая катушка. Вот такая здесь на упаковке наклейка, если кому будет интересно. Elmas, Германия, Deutschland, Гамбург. Это все, конечно, хорошо. Я искал на самой коробке, на мотокосилке, в инструкции. Нигде нет ни одного слова, где это дело производится. Понятно, что это родина этого бренда, это Германия, но где это делается, не написано. Только на сайте, где я покупал эту косилку, написано, что Германия – это родина бренда, но производится все в Китае. Ну, будем верить информации с сайта. Так, значит, вот такая вот катушка идет. Ну, вот этот кожух снимается, я не буду его вытаскивать, там нужно немножко отжать. Вот, снимается для того, чтобы прикрутить ее на косилку. Вот, ну и вот такая леска интересная, ну, наверное, я думаю, так не очень распространенный вариант, но довольно удобный, просто вот так вот запихивается, шарик входит, я не буду запихивать потом. Думаю, не вытащишь. Вот. В общем, вот таким образом она запихивается, туда шарик углубляется, и все, и можно работать. Продажи вот эти лески, они есть, я их видел в интернете, находил. В общем, летом, когда вырастет трава, будем все это тестировать, пробовать. Не знаю, сживусь ли я вот с этой катушкой, но это первый взгляд. Возможно, я делаю что-то не так, нужно приловчиться. В общем, будем пробовать. Так, ну и давайте посмотрим самое интересное. Это вот эта вот инструкция. Лучше бы ее вообще не клали в комплект. И здесь мы видим сразу, что на рисунке изображена косилка Elmas EPT-24. Ну, здесь у нас перечисление всех моделей идет. Так, на задней стороне вот такая информация. Кому интересно, можете на паузе почитать, все посмотреть. Все картинки, которые здесь показаны. Также все фотографии будут в моей группе ВКонтакте. Можете подписываться. Ну и давайте смотреть руководство по эксплуатации бензоинструмента. Общий вид с прямой штангой. Опять же, косилка другая, EPT-24. Так, ну, кому интересно, как я уже сказал, можете все это дело почитать. Здесь, в общем, в этой инструкции речь идет обо всем, обо всех моделях, кроме как о той, которая лежит в коробке, которую мы купили. Вот, опять же, здесь на рисунке крепление для ремня металлическое, у меня оно пластиковое. Опять же, это все не от этой модели инструкция. Защитный кожух тоже непонятно, от какой модели здесь изображен. Все, кроме того, что нужно. Так, ну здесь крепление ремня к каким-то косилкам других моделей. Опять же. Ну и здесь у нас изображена катушка. Здесь одна, на другой странице там вторая. Хожу дальше. Опять же, катушки совершенно другие, не такие, которые идут в комплекте. То есть, если у вас что-то не получается, или вы не знаете, как установить катушку, или нож. Опять же, нож здесь тоже изображен
другой с надписью «Elmas» и гайка от другой модели, совсем не та, которая в этой. Если вы, у вас нет опыта работы с косилками, вы не поймете, как установить катушки или ножи на данную модель косилки, потому что инструкция абсолютно не соответствует тому, что у нас лежит в коробке. Вот вторая катушка с намоткой лески на нее. Такой катушки у нас в комплекте нет. Зачем эта инструкция здесь нужна, непонятно. Если бы положили инструкцию от какой-нибудь дрели, вот и польза была бы ровно такая же. Ну и здесь гарантийный талон идет. Все. В общем, это была распаковка, первый взгляд. Летом будем тестировать. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также на мой Яндекс.Дзен, на Рутуб и группу ВКонтакте. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Оставайтесь на канале, все ссылки в описании.